Сира. На меня иногда находит, люблю над ними, знаете, покумекать. На нас летит дракон! Сзади! Опа!
Сейчас сорвется! Подарочек для пруда. Давненько мы не были у того пруда, брат. Жалость. Когда-то здесь текла река, дарившая жизнь самым разным зверям и растениям. И что стало с рекой? Тут тоже постарался Один, так ведь? Да. Запер ее плотиной. Зачем сражаться с врагом, если можно просто лишить его воды? Сначала засуха, потом драконы. Непростые времена здесь настали. Эту дыру пробило что-то большое. Будем начеку. Это поэма Квасира? Никогда о ней не слышал. Следы ящера. Мы идем верным путем. Если путь впасть какой-то прожорливой твари, можно считать верным.
Дракон! Осторожно! Справа! Он летит в его логово! Жаль, он не такой, как драконы в Мидгарде. Они были добрые. А еще это были образованные гномы, которых превратили в драконов. Все равно.
Дракон! Он уходит! Полетел в свое логово! Я надеюсь, у Биргера еще остались силы! Yeah!
него были какие-то записи. Возьмешь их? Похоже, путникам сказали, что они найдут дорогу в рай, если исследуют 9 миров и то, что за ними. Кто сказал? Кто-то, называющий себя слепой гость. Один. Похоже на этого ублюдка. Вот так находка. Теперь можно и на пруд заскочить. Сколько у тебя кристаллов? Сходим к очищающему пруду. О!
Осталось найти Биргера.
Получилось. Мастер Кратос, вы блестяще с ним справились. Мне твои похвалы не нужны. О нет, я вас обидел. О нет. Мне кажется, ты его расстроил. Я здесь. Спасибо большое. Нет, тебе спасибо. Ты спас нас на лодке. Верно, отец? Это было глупо. Но спасибо. Мистические врата здесь рядом. Но у меня нет для них камня. У нас есть. Мне не верится, что ты выжил. Как ты сумел? Катился. Потом расскажу. Олень зимы. С виду голодный. Давай уже! Пойдем обратно! Мне все равно, что ты голоден.
Пол, дело сделано, старовилла. Ты мне не нравишься. Я это часто слышу. Два есть, пол, дело сделано. Возможно, увидимся в лагере. И надеемся при других обстоятельствах. Ну, Бергера мы спасли. Можно отсюда уходить. Или еще осмотримся, если хочешь. Еще один кристалл для пруда.
Хочешь, могу тебе топор наточить. Это я мастерски делаю. Очистили немного землю от этой гадкой поросли. Немало у тебя кристалл. Может, сходим к пруду? Нужно что-то особенное? Еще барахла, приходи. Yeah.
Теперь можно пройти в лагерь Вёльф. Может, Фрея знает почему?
Что-то интересное, брат?
Раньше тут было лучше. Еще, Сейдер. Лагерем Сейдер меньше. Хорошо, что ты знаешь руны, брат.
Хоп! Поймал. Снова я. Не буду мешать. Я знаю, вы мне не рады. Я не так сказал. И не нужно. Начальник меня посылает чаще других, и я знаю причину. Я невыносим. Меня все ненавидят. Ты мне не враг. Ты ничего для меня не значишь. То есть вы меня не презираете? Я не испытываю к тебе чувств. Надо же, такое облегчение. А ведь и правда. Вы мне тоже никто. Какое мне дело, что вы думаете? Теперь ты понял. Замечательно, мастер Кратос. Отрадно знать, что мы друг другу безразличны. Вот и шли бы. Не знаю, было ли это так необходимо, но... Кто я такой?
откуда здесь эта пластина? Ее изготовили недавно. Быстрый! Кратос, ты горишь! Пройдет! Алка! Берегись! Сзади! Его рога горят! Осторожно! Осторожно, сзади!